На сегодняшний день ярмарка закрываться не будет, она будет продолжать свою деятельность, на ней все нормально. Есть предприниматели, которые довольны работой и директора рынка, и муниципальным образованием. Все будет в порядке. У нас подписано постановление на следующий год, на 2019, так как это ярмарка, она у нас действует один год постановления, его подписали, ярмарка будет работать. Значит, на сегодняшний момент у нас уже большая часть договорных отношений с предпринимателями, которые осуществляют деятельность на ярмарке Северной, подписаны. Сейчас работа ведется активно, потому что конец года, сейчас все предприниматели приходят, мы подписываем, продолжаем наши договорные отношения.